Приступая к текущим вопросам недели, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов предоставил слово коммунальным службам доложить о ходе ремонтных работ по Батайюртовскому шоссе и в какие сроки будет завершена работа, а также рассказать, какие мероприятия проводятся по благоустройству и озеленению города. На Батайюрт шоссе развернута в полном объеме работа. В эту же неделю начнется там уже асфальтирование с укладкой бордюра. Также и по улице Мира, вот неделю укладка асфальтового покрытия, асфальтового укладчика. Там тоже конструкция проведена, все дорожного полотна с расширением ширины проезжей части. ХАС благоустройство продолжает работу текущего содержания зеленых насаждений по улицам города. Это стрижка кустарников, обрезка невысоких деревьев. В свою очередь, заместитель главы администрации Шамсудин Халитов поинтересовался положением дел по поводу слабой подачи воды в многоэтажные дома и какие меры принимаются по устранению возникшей проблемы. Как отметил Халитов, для выявления и контроля лиц, использующих питьевую воду не по целевому назначению, необходимо создать специальную комиссию. Наиболее проблемные участки, где-то у вас вода поступает в город. Где-то вообще, значит, в связи с этими поливами и так далее, воды не бывает. Нужно обозначить проблемные участки. Из числа сотрудников МЧС, сотрудников аппарата администрации, ваших сотрудников. Вот на эти проблемные участки, это долго так не будет же она, ну максимум, может, неделя, две недели и так далее. Возможно. Сделать мобильные бригады, чтобы действительно вот этот участок, они постоянно ездили, постоянно работали. С этими злостными и так далее, запрещали, ходили. В своем выступлении директор организации «Горводоканал» Мурат Дибиров отметил, что в связи с аномально сильной жарой увеличилось потребление питьевой воды не по целевому назначению и обратил внимание присутствующих в случаях нерационального использования воды сообщать на номер диспетчерской службы «Горводоканала» для принятия в дальнейшем необходимых мер. По итогам всех выступлений первым заместителем главы администрации Кургули Кургулиевым было дано поручение в короткие сроки решить обозначенные в ходе совещания проблемы, создающие неудобства жителям города. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».